Салют всем, с вами Мастхэт, и мне такую идею подкинули, что, оказывается, у бустера трючок какой-то вышел, я-то особо не следил за этим, сказали, типа, сделай реакцию, окей, я сделаю, но я буду судить строго и буду объективен максимально. Я отношусь офигенно и к бустеру, и к Алексею, прекрасные люди и в жизни, и на стримах, мне нравится то, как они это делают, это все классно, но рэп это как бы территория вот другая немножко, и надо же, ну, оценивать честно. Поэтому, чтобы фанатики не писали, что ты не прав, вот тебе дизлайк, я буду высказывать честное свое мнение. Как, ну, вот могу сказать, ну, вот полуэксперта в этой среде. Потому что этим я прям занимаюсь очень долго. Ну, занимаюсь недолго, но вот увлекаюсь очень долго. Поэтому давайте слушать и оценивать объективно. Ух! Я знаю, что Пчелкин тоже долго делает рэп. Мне недавно в рекомендациях попадался его клип, какой-то 8-летней давности, по-моему. Поэтому, ну, серьезные люди собрались. Давайте слушать. Я словно птица Феникс, восстаю из пепла. Хотя вчера хотел пустить свой личный прах по ветру. И с каждым днем весь позитив выкачивал дементор. Но заюзал патронус тот, кого зовешь дементор. Он спорная персона, но для меня нон-грата. И благодарен я ему так же, как вам, ребята. Ведь этих цифр на Твиче я б не увидел вовсе. Ты называешь его бустер, я зову его монстр. Стука, стука. Короче. Ну, звучит это, ну, по-старому звучит. Ну, звучание прям, ну, такое. Но вот голос приятный. Текст, в принципе, ну, со смысловой нагрузкой. По рифмам вроде ничего прям такого катастрофичного я не услышал. Прям каких-то квадратов или глаголов не было. Но вот звучание, ну, конечно, немножко староватенькое. Вот. Давайте слушать дальше. Стука, и отписаться не поднимется твоя рука. Мне нужна армия крутых и верных работяг. Спасибо, что прожали полубрати на меня. Стука, стука, стука. И отписаться не поднимется твоя рука. Мне нужна армия крутых и верных работяг. Спасибо, что прожали полубрати на меня. У него, бля, сотка, у меня, бля, лямчик. Выхожу из тачки, стоп, забыл жвачку. Таку в пол херачу, заварю кальянчик. И сейчас подрубят стрим, твой любимый мальчик. Покоряю я топ, твичи тупо тикток. Вот это удачная раскладка. Первая, наверное, в этом треке удачная раскладка. Покоряю я топ, твичи тупо тикток. Целый лямчик за год, моя жизнь без забот. Да, я маму ценю, своих сабов люблю. Окунаю писю, мазуху струблю. Стука, стука, стука. Чё по куплету бустера? Звучит, конечно, поновее. Вторая раскладка более удачная. Но при этом это, ну вот опять же, как я недавно гимн Амкала слушал, ну вот это для своячков, ну типа это не для масс публики, ну это прям очень для своячков, прям очень. Ну я бы не сказал, что это мне прям заходит, я бы такое не добавил в плейлист, наверное, 100%. Писаться не поднимется твоя рука, мне нужна армия крутых и верных работяг. Спасибо, что прожали полубрати на меня. Не поднимется твоя рука. Мне нужна армия крутых и верных работяг. Спасибо, что прожали полубратья на меня. Балдёж. Good job, guys. Ну и все. И короче, я думаю, что это просто на фейт и все тише и тише и тише, пускай он становится, короче. Нормально. А в конце будет текст или это просто... Мне кажется, пошло уже. Короче, ну вот честно, честно высказываю свое мнение. Мне этот трек не понравился. Ну, звучит он, ну, по-древнему. По-древнему звучит, в нем нету какого-то вайба, стиля. Для своячков, возможно, кому-то он зайдет, но мне как, ну, вот такому, типа, любителю рэпа, который слушает там рэп уже лет 7, ну, может, чуть поменьше, около 6... Ну, это слабо, ну вот, прям честно могу сказать, это слабо, при этом я отлично отношусь что к Славе, что к Алексею, вот, но трек, конечно, слабенький, блять, у меня аж глаза слезился.
В общем, напишите свое мнение по поводу этой работы в комментариях. Могу сказать, что вот этот вот блогерский рэп, он в основном для свычков. Мало блогеров, которые поднялись, кроме Моргенштерна и, допустим, того же Давы. Я мало кого могу назвать. Майнкрафтеры, которые делают музыку, это вообще, блядь, что-то с чем-то. Но, типа, у них звучит прикольно, в ТикТоке это даже стреляет. Ну, вот как-то так. Подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Ставьте лайки. А с вами был Мастхэд. Спасибо, что смотрели. Всем удачи и всем пока.